Валентин, как ты понимаешь, что такое фильм? Ты знаешь, мне кажется, это не просто лента с сюжетом, а главным образом возможность пережить какой-то фрагмент жизни вместе с героем. Пожалуй, ты прав. На этой неделе кинотеатр «Гавайи» представляет 3 киноновинки. О них в нашей постоянной рубрике «Кин-новости». «Джек – покоритель великанов» – фантастическая сказка для зрителей старше 12 лет. Так повелось с незапамятных времен, что на Земле живут и правят люди, а вот над Землей тысячи лет правят расы великанов. На протяжении веков в их истории было все – и длительные войны, и примирения. Но однажды они решили – больше войн не будет, и заключили мир, который должен был продлиться вечно. Но через некоторое время оказалось, что мир между народами не так уж и надежен, ведь он держался на страхе людей перед могущественными великанами. Предатель, решивший нарушить сложившееся равновесие, рассказывает великанам, как можно подчинить человечество. Чтобы достичь своей цели, им нужно похитить принцессу. Принцесса знакомится с Джеком, который становится защитником юной красавицы. Кто же окажется сильнее и умнее, человек или великан? Ответ на этот вопрос в кинотеатре «Гавайи». О мультфильме «Семейка Крутс» мы уже рассказывали в прошлых выпусках, но повторить рассказ об этом мультике более чем приятно, ведь картина очень веселая и поучительная. Землетрясение уничтожает дом доисторической семьи, и теперь Крутсам придется искать другое пристанище, а вокруг новый и опасный мир. Им на помощь приходит молодой кочевник Малой, передовые взгляды которого наталкивают на консервативность главы семьи Груга. Но только вместе они смогут выжить и достичь своей цели. Мультфильм без ограничений по возрасту. И последняя новинка – фильм ужасов «Маньяк». В главной роли снялся голливудский актер Элайджа Вуд. Улицы Лос-Анджелеса кажутся тихими и безопасными, но это не так. Серийный убийца, снимающий скальпы со своих жертв, вновь выходит на охоту. Днем Фрэнк – тихий владелец магазина манекенов, а ночью – безжалостный маньяк, убивающий исключительно молодых красавиц. Но его размеренная жизнь тихоня маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фотохудожница Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дальше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор. И еще одна жертва или реальная любовь. Фильм для лиц старше 18 лет.